Всем привет из красивейшего исторического и уютного города Юга России Азов. Меня зовут Татьяна. В жизни я счастливая жена, мама, двух сыночек и двух лапочек-дочек. Ну а в остальном я генеральный директор компании ООО «Дон Арт». Наша компания является российским производителем в области эффективных и безопасных моющих средств для мойки и дезинфекции, используя исключительно отечественные компоненты. Наши средства являются аналогом известных импортных средств. Испытания проходили на крупных российских заводах, где доказана эффективность и качество мойки. К процессу производства мы относимся очень ответственно, поэтому используем всегда только очищенную воду. Продукция «Дон Арт» может использоваться на предприятиях пищевой промышленности, лечебно-профилактических организациях, детских учреждениях, гостиницах, бизнес-центрах, организациях и предприятиях гуманитарной и социальных сферах, общепите, профессионального клининга и быта. Вся наша продукция сертифицирована и имеет запатентованный товарный знак. Наша компания – это семейный бизнес, который мы создали вместе с мужем. Профессионализм и креативные идеи специалистов компании позволяют разрабатывать и создавать универсальные инновационные средства, которые имеют потенциал импортозамещения и направленные на благо страны. Мы думаем, как привлечь инвестиции в свой проект модернизации и расширения производства с целью вывести нашу инновационную продукцию в лидеры российского рынка. Нашей продукцией пользуются большинство предприятий Южного федерального округа, Москвы и других регионов нашей страны. Наша компания активно развивается и успешно создает новые продукты, конкурирующие с импортными аналогами. Реализация нашего проекта внесет значимый вклад в укрепление суверенитета России.